Ну, наконец-то это свершилось, я докачался до 7 уровня, или просто я был очень занят, работал, заходил всего на часик, если не меньше, в игру. Верес, интересно, до какого уровня докачался, хоть рассказал бы мне. Почему ты не хочешь зарегистрироваться на ютубе или где-нибудь? Все зарегистрированы, а ты нет. Так, ладно, не суть. Наконец-то я своего. Ты можешь тоже подкачиваться, давай до 5 уровня докачивайся, я уже по одному троглодиту выношу, даже на 6 уровне, потому что меня уже запарилось там на котах по 10 опыта, это же нереально уже. А тут от одного до другого опыта уже, уровня почти по 10 тысяч. Так вот, смотри, смотрите, что я задумал, надо улучшить своего колдуна, все по схеме идем. Сейчас будем повышать ему тот класс, про который я расхваливал. Вот, и там что, НЛО какой-то. А именно добавим ему тайный ученик Гэндл типа, которым этот класс, я рассказывал про него, он обязан быть у всех магов, волшебников, колдунов. Потому что он не только дает, во-первых, он дает бесплатно метамагию, то есть вы можете, кроме метамагии, она там бесплатно дается у этого класса, вот, можете еще и другие фиты взять, не тратясь на метамагию. Кроме того, что берется метамагия, она еще и смещается на один уровень ниже, чем обычная метамагия. Так, подождите, я это, наверное, напутал. На один уровень ниже, с каждым уровнем этого класса. А одну ячейку заклинания меньше. Так, подождите, почему получилось? Мне нужно 5 ставить, вот эти. Лечение 4 хватит. Берег заклинания. Определение заклинания нам вообще не надо. Хотя, почему? Вот так надо. Поиск бесплатно, может поиск качать мне. Ну и еще будет у него возможность качать. Так, открывать это 5. 23, 24. Давайте концентрацию, это мне постоянно сбивает ее. И определение заклинания уже не надо. Оно было нужно для этого класса, который я расхвалил. Бесплатная метамагия, плюс метамагия получается в книге заклинаний на один круг. На один круг меньше, чем обычная метамагия в других классах. Вот. Сейчас будет очень сложный выбор. Спеллы. Что же взять, а? Или смещение. Это 50% маскировка. Но под дальности 6 секунд уровень. Вперед на втором. Призрачный облик 10%, но зато 60 секунд уровень. Еще и защищает 5. Поглотывание. А это выглядит лучше. Тогда, значит, тут за место у нас уже есть, считай, что смещение. Вместо этого тут можно либо стрелы взять, либо пламенные стрелы очень. Каждый 4. Так, у меня 7 уровень, правильно, 4 уровень, куда еще призывается одна огненная стрела. Еще только одна огненная стрела будет. На следующем 2. Но каждая стрела носит 4 или 6 плюс 1 очко уровня. 4 или 6. Сейчас, я понял. Я понял, ребята. Высчитывать надо. 4 или 6, а тут. Так, 1d6, а я 7. 7d6 будет. 7d6, а там 4d6.
наверное, вот этого надо взять. Хотя это на область бьет. И на своих, а вот зловонное облако еще, кстати. Секунд уровень. Не, дамажное спыло надо. Ну чё? 1d6. Так, 1d6. 1d6. Чёрт. Какой же это выбор сложный. Ну что ж ты будешь делать? Я прям не знаю вообще, что взять. Вот у меня помню, не стрелы, судя по моему опыту, по большому опыту, я 2008-го. Года билду играя на рентгенство. Искрящие сферы или вот одно из двух. Одно из двух надо взять. Ну просто обязательно. Но давайте мыслить логически. Искрящая сфера. Тут по своим еще огонь разрешен. Бьет. А этот не будет по своим бить. В чем я собираюсь, в команде играть или где? Так, а урон-то у меня 4d6. О, подождите, 4d6, а тут 1d6, а там 4d6. Ой, ё-моё. У меня подозрение, что вот это вот надо плавную стрелу взять. Нет, глобалкой. Глобалкой хочу бить, глобалкой. Я искрящую всю сферу беру, ребят. Я искрящую всю сферу беру. Я не знаю. Знаете что? Я понял. Пламенная стрела, от нее толку еще нету. Одна стрела будет. То на 8 уровне, вот сейчас я 7 уровень, на следующем можно ее взять. А убрать что-нибудь. Потому что? Потому что будет 2 стрелы уже. И там будет уже больше, чем вот это вот. Дамаг. Я оставляю скрячущуюся сферу. Это плюс масса. Дамаг. Я беру призрачный облик. Он дольше длится. Чем он еще дольше длится, чем смещение. И у него дамаги редукцион. Ну, поглощение урона. Видите, поглощение урона, дамаги редукцион. Черт, это все правильно. Это правильно. Это логически правильно. О, у меня еще на первом есть. А на первом зачем мне еще? О, ну, точно я забыл совсем. Обязательно берем не резистящийся, не савящийся спел дамажный. Ну, ё-моё, это не обсуждается. Надо звука брать всегда и кислоты, потому что в основном нету защиты от них на серверах. Так, это называется механика PvP, это все должны знать. В основном берутся дамажные спелы по звуку и по кислоте, потому что от огня всегда есть защиты, от электричества, от огня, от холода. Вот негативку надо брать всегда. Это редко когда бывает на серверах, на PvP, на таких вот масс PvP серверах. Негативку можно брать. Я вам уже на будущее говорю, те, кто новички. Негативку дамаг брать, если есть спелы такие. Вот пока доступно только третий круг, до четвертого еще не докачался. Негативку. Звук и кислоту. Ну и добавок вот потом уже. Лучше вообще, конечно, все стихии брать, набрать спелов, если позволяет. Так, ну что я сделал выбор? Я сделал выбор. Призрачный облик, искрящаяся сфера. И у меня все максимизированные спелы, тем более. И смещение будет на один уровень ниже. Метамагия, это же хорошо. Призрачный облик. Да-да-да-да. Хотя призрачный облик можно, по-моему, со спелла купить, со свитка. Если да, то вот этот дороже намного будет. Смещение тоже, наверное, можно купить со свитка. Нет, я хочу так поставить. Силу пониже. О, силу, а потом дамаг редукшн идет. Все. Я, наверное, так оставляю. Я не знаю точно. Я так пока оставляю. Ох, была не была. Была не была. Ох, ё-моё, какое сомнение. О, вообще, это первый раз, потому что я на этом сервере качаю мага. Я вообще первый билд.
на Baldur's Gate сервере, на интернете. Господи, ну ладно. Надеюсь, нам повезет. Будет новичкам наука. По моему горькому опыту. Пам-пам-пам-пам. Музыка бардовская. Поздравления отсюда. Ну что ж, смотрим, что это. Усиленное запоминание. Максимизированное запоминание. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Дело пошло. Все, сколько там до следующего опыта? Господи, 10 тысяч. Так. Spell Resist, сколько у меня уже? 18, отлично. То есть магов мы не боимся. Ну, такого же уровня. Так, искрящаяся сфера. Ну-ка я по себе сейчас долбану. Не помру ли я? А как еще проверять-то? А что, я дебил, что ли, по себе еще долбить? А я подолблю все-таки по себе. Хочу я увидеть урон. Надо же увидеть на ком-то урон. Вот я сейчас по себе долбну. Не ошибся ли я в спыре? Храни меня, Бог. Еще лак идет. Ой, нет. Ой-ой-ой-ой. Все, можно отменить еще, наверное. Ой, к смерти приближает. Пум-пум-пум. Ну, сейчас пролагает. Будет нормально. Ну? Все-таки, да. О, все, резист меня спас. Резист меня спас. Надо, знаете, что сделать? Перед зайди. Всегда после ревелинга меняние спеллов подлагивает. Да, это лаг. Кстати, у меня тут у мула моего уже столько этих. Сейчас оно пролагает. Надо, знаете, что сделать. Столько у моего мула уже. У меня спелл резист спас от своего спелла. Так. Есть не спелл резист, ты спелла. Вы же видите, интернет 2. Сейчас я вам покажу вещи свои, какие я выбил за все это время. Кстати, насчет вещей. Не помню, с 8-го, с 10-го уровня хорошие вещи есть. Сейчас оно все пролагает, стоит перезайти. Это если долго, я уже очень долго не перезаходил. Так. Так-то оно не лагает. Видели же все видео предыдущие. Вообще нисколько не лагает. Практически. Даже при полном сервере. Видели? Почти 70 игроков. Смотрите. Фокус-фокус. Какие вещи у меня хорошие. Вот амулет мудрости плюс 2 я выбил сам сегодня только что. На 5 уровень. Это мол мой. Хранитель вещей. Другими словами. Так, это какая-то фигня вообще. Это что такое? Так, сапоги 6 уровня. А я уже их могу найти. Это что такое? А, проворное отступление. 3 раза используем день, смотрите. Так, это что? Вот, ускорение 10, 1 используем. Вот, вот эти вот сапоги меня ждут. Телосложение плюс 2. АЦ плюс 2, бонусные хитпоинты плюс 10. Это что такое? Почему это не наделывалось, если тоже мы... Зря я. Слепота, глухота, иммунитет. Мудрость плюс 2, но это мы видели. Сила плюс... Вот что у меня 13. Сила плюс 2, телосложение плюс 2, холод. Вот это я хорошо выбил. В общем, хорошая есть. Вот дробящий. Вот, с 8 у меня ждет. Поглощение урона 2 дробящий. С ума сойти. Ну все. Много чего ждет. Так, я так и не видел дамаг. Сейчас все будет. Я хочу на себе ощутить. Если ты не ощутишь, ты не победишь. Вот так сказать, ты не победитель. Надо быть ко всему готовым. Поскольку по своим бьет спел.
Надо быть ко всему готовым. Если что, отреагируюсь. Тут при смерти еще можно выжить. Надо дамаг увидеть. Я хочу увидеть на себе. Я готов, всегда готов к ПВП и ко всему. Давно уже перестал бояться, ну или в таких играх, как в РПГ играх. Ну или 13.1, или 13.2. Надо быть готовым к ПВП, иначе ты не воин. Ну, все, я сейчас на себе испытаю огонь. Третий персонаж у меня для поверхности, но он тоже мог просто изучает бегать. Каралик там. Так, я потом перестрою, конечно, сейчас было. Ладно, проверяем. Да я почти только с одного всплыло. Ну все, я сейчас пойду на торгладитов качаться им. Ох, я в шоке. С одного всплыло. Я чуть не улетел. Я при смерти, наверное, сейчас. Какое у меня состояние? Мог и улететь. При смерти или тяжело ранен? Сейчас состояние высветится. Тяжело ранен, ну почти при смерти. Еще раз ударить, все, смерть. Ну-ка, вот еще. Призрачный облик. Он работает вообще на этом сериале? Если нет, то я профунькал опять. О, усиленное заклинание. Ну, долгий хотя бы будет. Бесплатный. Да, работает. Ура. Он и дамаг и редукцию он дает небольшой. И маскировку 10%. Отлично же. И малая сфера у меня теперь есть. Малая сфера звука. Не резистишься, без спасов спел. Сколько он врагу интересно мочит, на себе его не испытать. Ух, мне все нравится. Мне, правильно я понимаю, верится, почему маги нравятся. Сам сейчас посмотрит, скажет, ой, блин, да че ж я мага-то не вкачал. Вот надо было тоже мага вкачать. Ими сложно, у меня 53 смерти уже. 53 смерти. И я месяц качался до 7 уровня, но зато они очень интересные маги. Можно столько билдов сделать. Например, это уже 40 пала, 40 пм. Ой, я не буду говорить, много можно. Сорка паладина, колдун паладин. Колдун, бледный мастер. Для иммунитетов критом и сником. Колдун БГ, бэкграунд. Вот ты. Как он там? Черный страж. Вот, тоже для спасов. Как и паладин для спасов. От харизмы. Потому что для колдуна нужна харизма. Поэтому эти билды очень сочетаются. Ладно, всем пока, с вами был Игорь. Играйте все в ДНД, РПГ, игры. Это такая математика, это такое интересно, особенно для мальчишек понравится. Ну и для девушек тоже.